Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Rus Game Tactics. И мы, в общем-то, с вами продолжаем. Нам по заданию требуется найти выход из этого чертового леса, дремучего. Но вообще, по большей части, конечно, на обычный русский лес смахивает с русскими березами. Эй! Эй! Есть там кто? Вроде бы никого. И, кстати говоря, здесь берез-то и нет. Что-то я намудрил. Так. Стрелы мы с вами, конечно же, забираем. Я хотел бы обратить ваше внимание, что здесь, в этой локации, у нас еще парочка лагерей есть. Кроме того, смотрите, пока не нашли ни одного документа, нужно будет тут искать артефакты. Не все тайники обнаружены, карты сокровищ и мракоборец. Речь здесь в данном случае идет о... о плакатах, об агитках, с которыми я пока что не знаю, что нам нужно будет сделать. Но если с вами обнаружим, тогда что-нибудь с вами и придумаем. Итак. Ой, заманивают нас туда, в эту яму. Печально, что из леса можно выйти только через низ. И вот так вот на пустом месте я заработал 100 очков опыта. Вообще потрясающе. Просто потому, что дверь закрылась сама собой. Супер. Так, этот перезвон голосов, честно говоря, меня немного напрягает. Подождите, или я только один это слышу? Нет. Не бойся, девочка. Со мной не пропадешь. Так, смотрите, это, видимо, либо счет дней, либо это счет убийств. Ну, нужно держать ухо востро, я так понимаю. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. О-оу. Ну вот, смотрите, первый артефакт уже обнаружен. Ну, видимо, она использовалась на карнавалах. Хотя не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но мне кажется, именно так. Вон, смотрите, опять вот эти знаки, ладони, солнце. Может быть, это какие-то подсказки? Опыт плюс 10. И ящик с опытом. Иными словами, нам только что с вами попался. Так, какие варианты? Варианты попробовать пробиться через эту дверь. Ну, я думаю, вы все увидели то, что здесь вот это помещение на данный момент брошено. Никого здесь нет, поэтому... ну, можно, конечно, спокойно передвигаться, но я все-таки предпочитаю осторожность. Ну и лишняя суета, к тому же, я думаю, будет ни к чему. Это прям какой-то жертвенник, смотрите, туша... туша животного, да, очевидно. Еще 250 очков опыта. Мы с вами получили какое-то очередное оружие. Вот смотрите, на левом бедре. Она его у себя разместила. Покинуть теперь бункер требуется. Ну, я сомневаюсь в том, что нам нужно с вами
в обратном направлении следует. Да, и по карте можно определить, что только вперед, друзья, только хардкор. Эй, снова вода эта неприятная. Нет, ну, за огнем кто-то ухаживает, поэтому очевидно, что следы признаков постоянного пребывания здесь налицо. Кого бы то ни было. Так, все? Все вроде бы стихло. Ну что ж, вот и маячок у нас. Слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой. Загадочный, но властный и безжалостный. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Сэмми? Матис? Сэмми? Сэмми! А, черт! Но нет, только не это. У нас компания, друзья. Я готов. Где ты? Давай, 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 выпрыгивай. Я не боюсь тебя. Вот, 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 вот тварь бегает. Где тебя ждать? Так, рычит мохнатый. Лови. Так, один готов. Нам за это дали 10 опыта. Так, ждем следующего. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают. Понятно. Еще третий будет? Да вы смеетесь. Вау! На! С тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет.
Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рот? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Слушайте, ну похоже, Матиас что-то запретное кинул туда в костер, так дымком ее волокло, и она потеряла сознание. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. На разведку он пошел. Неплохо. Да в туалет он пошел. Ну вот, смотрите, у нас здесь с вами лагерь. По ладно. Навыкам. Ну, ноль я... пока очков, поэтому и нечем пользоваться. Так. Дневники Лары с вами. Какие-то с вами будем получать. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа, и со временем все на свете о нем забыли. Печально, друзья. А, здесь, смотрите, вот эту штуку нам, конечно, здесь, смотрите, запчасти. Нам нужно где-то найти источник... А, вот и источник огня далеко... Идти нам не придется, друзья. И это замечательно. Сейчас посмотрим, что отсюда выпадет. Ну, смотрите, плюс 20 запчастей. Собирайте запчасти, чтобы модифицировать оружие. То есть своего рода тоже очки, которые требуются для модификации всевозможных. Так, слушайте, нам нужно с вами посмотреть. Во-первых, вот этот сундук какой-то интересный, очень интересный. Ну, открывай! Нет, не получается. Хорошо, кирка не выдержит. Чтобы открыть, нужен инструмент понадежнее. Собирайте запчасти, чтобы модифицировать кирку. Вообще нам куда? Да, вот сюда, в эту сторону. Лара, сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Ищем большие ворота. Я вообще холл... Ой, смотрите, кого я нашел. Воу! Ну попробуй меня поймай. Не получится. Так, дайте-ка присажу сейчас. Где ты? Мой золотой ко мне. Отлично. Следующий. Оу, я. Это все, вас двое здесь, надеюсь, было. Предупредите о волках, доктор. Очки какие-то, да, должны получать. Сейчас, подождите, я должен разделать. Тут. Сейчас. Вот еще один. Еще двадцаточка должна быть. Да, и смотрите, скоро шкала заполнится, и по идее мы с вами получим очередное очко, которое можно будет с пользой для себя потратить. Стоп, а это что было такое? Или мне показалось? Нет, просто синие цветы. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе
Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Зната, конечно, у нее рука хрустнула, когда она попыталась провернуть. Ну вот смотрите. Собираем запчасти. Ищем запчасти. Сейчас здесь поглядим, что за княженцы. Дорогая, подумай. Хорошенько подумай, прежде чем сделать этот шаг. В экспедицию я вложил все оставшиеся деньги, но они вернутся в десятикратном размере. Если ты сейчас со мной разведешься, не увидишь ни пени. Ты полюбила меня, когда я был никем, и знаешь, на что я способен. Мое чутье меня не оставило. Просто сейчас я переживаю творческий кризис. Но скоро все изменится. Помнишь Лару? Моя юная протеже. За ее научными теориями реальные данные. Но у нее нет моего опыта. Под этим открытием будет стоять мое имя, и мое лицо будет на всех телеэкранах. Если все получится, меня ждет грандиозный успех. Если же ты все-таки захочешь уйти, обещаю, я не буду этому препятствовать. Но, пожалуйста, подожди. Развод сильно повредит моему имиджу. Очень прошу. Пожалуйста. Значит, решил забрать всю славу себе. Возможно, возможно. Некрасиво, некрасиво. Ладно. О, смотрите, очередной огромный ящик. О-о-о-о, тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Успел удрать, тварь. Там бы мы с вами снова бы просто опыт получили бы дополнительный. Ну да, вроде бы не получается с помощью нашего инструмента пока открыть этот большой ящик. Но надо найти еще. Еще собираем. Еще буквально 20 запчастей. Будут ли волки на нас нападать? Да, вполне возможно. Так, дайте-ка все-таки я попробую весь. А, вон, смотрите-ка, кого я вижу. Так, это готов. Вау! Ну все, вроде. Два. Два. Мне хотелось бы олененка все-таки того догнать. Я заранее, конечно, извиняюсь. Ну, как она извинялась чуть ранее. Но лесо надо взять. Сколько здесь дают? Нифига себе. За это убийство дают 50. Используем инстинкт, чтобы хотя бы примерно определить, где находятся очередные ящики с запчастями. Вот так вот визуально пока еще один не смог храм заприметить. Где храм? Вот это кому храм? Они поклоняются?